казалось бы, довольно странно я должен выглядеть. И, наверное, странно я выгляжу за рулем этого автомобиля. Ну почему? Потому что на таких автомобилях надо разысекать, конечно, девчонок. Представителям слабого пола, которые могут ездить на совершенно взрослых машинах, которые слабыми, ну, никак не назовешь. И Japan Cars на Металлургов 12 нас балуют, и вас в том числе, новыми автомобилями. Имеется в виду новые марки автомобилей, тем более, что, допустим, в Японии этих автомобильчиков более чем предостаточно, и в этом смысле даже любимый мной Соединенных Штатов отдыхает. Так вот, на Mitsubishi Pajero мы, конечно, катались, но на таком не катались и не показывали. Mitsubishi Pajero Mini. Это самый младший из Mitsubishi Pajero. Ну, это Mini, Ио и, соответственно, это Pajero. Что такое Mitsubishi Pajero Mini? Это все те же Mitsubishi Pajero-овские амбиции, только минимизированные. Не в смысле проходимости, не в смысле вашего желания залазить куда угодно, а в смысле того, что здесь стоит минимизированный 660-кубовый двигатель, но для того, чтобы у этого автомобиля при таком объеме максимизировать количество лошадиных сил, здесь стоит небольшая, но очень эффективная турбинка, и благодаря этому мощность данного агрегата на этом между 875 лошадиных сил. Если вы помните, такой мощности обладала, пожалуй, только шестерочка 1600-я. А здесь на литр меньше. Но опять же, это высокие технологии. И при этих высоких технологиях здесь есть еще и раздатка. И вы можете покататься вот туда, куда мы полезем чуть позже. Ну а для комфорта здесь есть стандартные японские приколы. Типа кондиционер, видовой усилитель руля, два аэрбэга. И еще вот тем, кто все-таки так вот скептически относится к правому рулю. Для меня, человека, который раз за 2-3 в день прыгает справа на левую руль, вопросов нет. Единственное и последнее вам совет. Не бойтесь покупать автомобили с правым рулем. Как правило, это гораздо более качественные, более надежные и более совершенные автомобили. Даже если сравнивать их с одноклассниками европейского пошиба. Так что это, мальчик или мужичок? Да это, мне кажется, маленький же ребенок. Как впечатление? Мужичок. Я, конечно, в восторге от впечатлений, потому что я даже не ожидала от него таких успехов. Japan Car может привозить вот интересные такие автомобили? Ну, я думаю, да. Как бы для женщин это вообще чудесный автомобиль. Как бы я довольна своим выбором. Ну и вот сегодня мы в первых руках как бы попробовали залезть в самую непролазную грязь. Впечатление? Я была бы теперь в шоке.